Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня мы находимся в Дубай-молле. И вот я смотрю, какие костюмы для детей создают в Дубай-молле. Это компания Matalan. Вообще для детей очень много товаров представлены. Именно на этаже 2 Дубай-молла, то есть на самом верхнем этаже. Здесь также находится галерея Лафайет. И меня всегда просят указывать дату съемки. То есть сегодня 17 октября 2024 года. Даже галерея Лафайет на этаже 2 представляет очень много детской одежды, детские костюмы. Поэтому выглядит все достойно, нарядно, красиво. С игрушками, с зайками. Ой, какой светильник в виде вишенок. В общем, одно удовольствие гулять по такому магазину. Однако я хочу вам показать чудесный музей, называется Arty Museum. Вот он. Сейчас мы до него дойдем. Это цифровой музей. О, какие красивые абаи. Да, это национальная одежда местных женщин. И не только черная, может быть и белая, и желтая, и красная, то есть всех цветов. Ой, а вот какие цветы распускаются. Как замечательно они выглядят. Превращаясь в жар-птицу, в оленя. И заходя в этот музей, можно познакомиться с самыми разными явлениями природы. Ну, а также с новейшими технологиями. И картинами. Картины представлены. Разные картинные галереи мира восхищают своими шедеврами. Поэтому вот такая красота выставлена в Дубае. Да, в виде цифры. То есть все оцифровано. Прекрасные пейзажи, ландшафты. В новейшей подаче. То есть явления природы захватывают аквариумы, или это, наверное, даже океан представлен. С дельфинами, осьминожками. И вот такие волны, на которые в Дубае реально можно посмотреть. Правда, сегодня ветра нет, тихая погода. Бархатный сезон начался в Дубае. Приезжают люди, которые не любят сильную жару. Красиво сейчас тоже будет такая иллюстрация летящих ввысь песчинок со дна моря. Да, наверху волны
а внизу песчинки поднимаются, похожие на жемчужинки. Из них вырисовывается отель «Атлантис», колесо обозрения и другие достопримечательности Дубая, башни Халифы. То есть главные туристические достопримечательности Дубая, также мечети. Да, на месте пустой пустыни, пустыни Сахарского пустынного пояса, на пустом песчаном берегу создали этот город, самый крупный город в Эмиратах, самый большой мегаполис Дубай, который срастается с Шарджей, с Аджманом в единую городскую конгломерацию. И вот так люди ходят по торговому центру, любуются волнами, чистейшей водой. Поэтому замечательно, что делают подобные музеи, позволяющие полюбоваться девятым валом. Не только в картинной галерее Айвазовского в Феодосии. Да, представлены водопады. И вот люди, приезжающие в Дубай-молл, иногда даже не знают, что здесь есть музеи, театры, кинотеатры. Поэтому надо рассказывать, показывать это. Я надеюсь, будет полезно. Да, ну пойдемте дальше. Можно любоваться этим музеем долго. Однако я хочу вам показать еще и скелет динозавра. Вот вчера только меня спрашивали, насколько он настоящий. И я прочитала, что там 360 костей настоящие, подлинные, окаменелые, а остальные были воссозданы из пластика. Но это основа палеонтологического музея Дубая. Пока его не построили, в торговом центре Дубай Молл находится этот скелет динозавра на этаже G. Ну, вот мы будем на него смотреть с этажа 1. То есть здесь другая система нумерации этажей. Вот швейцарская одежда для дома. Пижамки. Любят хорошо спать швейцарцы в тишине и комфорте. А вот он, динозавр, диплодок. Это девочка, детеныш диплодока, длиной около 20 метров. Скелет был найден в штате Вайоминг в США. Такая голова. И очень маленький мозг для такого большого тела. Красиво выглядит торговый центр Дубай Молл. Можно здесь ходить, гулять, любоваться осенней коллекцией. Вон даже плащи, пальто, шубки появились. Ой, какой красивый костюм. Шубки, конечно, искусственные. Но здесь такие носят. Да, вот она, осенняя коллекция. Сегодня среда, середина недели. Людей немного в торговом центре, хорошо вести съемку. Вот такие
эскалаторы позволяют спуститься на нижние этажи, ну или подняться на верхние, кому что надо. Маркс и Спенсер также выставил теплые вещи, хотя и нарядные костюмы здесь тоже есть. А рядышком с Марксом и Спенсером находится каток, где можно увидеть, как красиво катаются фигуристы. Да, каток огромный, олимпийского размера. Магазинчик с кроссовками. И, конечно, Чайнатаун великолепен, прекрасен. Огромный китайский городок. Вот звучит китайская мелодия. Дубай Молл, Чайнатаун. Дубай Молл был построен шейховской строительной компанией MAA. Главный застройщик Дубая. И мы спустимся сейчас ниже, посмотрим на водопады. Водопады также великолепны. Их подарили сингапурцы, сингапурская компания создала ныряльщиков, ловцов жемчуга. Вот опять Арти Мьюзеем нам рекламируют с водопадами. Ну а мы сейчас пойдем посмотрим на водопады, которые напоминают ловцов жемчуга, ныряльщиков. Невозможно оторваться от того, как люди умеют хорошо кататься на коньках. А иногда дискотеки на коньках устраивают, включают громко музыку, и люди, катаясь, еще и танцуют. Исполнение этих элементов замечательных. Наверное, пируэт называется. Но то, что есть свои фигуристки и фигуристы в Дубае, вы наверняка уже знаете, слышали, потому что хорошие тренеры и местные граждане начали осваивать катки, 5 катков в Дубае олимпийского размера. Есть свои хоккеисты. Это команда «Белые медведи». Магазинчик Майкла Джордана. Пожалуйста, спортивная одежда. Starbucks. И везде стойки консьержа, то есть информационные стойки, где можно взять путеводитель, можно узнать, спросить, где что. Специалисты говорят на 6 языках, помимо арабского, английского, испанский, итальянский, немецкий, французский, русский. Вот они, водопады. Фотографируются на их фоне.
обойдем их. Прыгающие со скалы ныряльщики за жемчугом. И я находила жемчужинки в ракушках, в жемчужницах, которые называются пинктада, пинктада Маргаритифера, пинктада Максима. Это ракушки, которые здесь обитают. Здесь можно сфотографироваться в национальной одежде. Да, и водопадов два. А между ними выход к такси. Вот везде указатели. Такси, такси. Все четыре этажа в водопадах. LG, G, 1, 2. А здесь сердце, в котором тоже, как в красивой рамочке, можно сфотографироваться. Это этаж G. Ну а мы сейчас спустимся на этаж LG. Lower Ground. Опять Starbucks с выходом на улицу, на террасу. Антрекот, кафе Батиль. Чтобы вы понимали, цены вот такие. Да, можно остановить кадры и посмотреть цены. Ну, Starbucks, я думаю, известен своими ценами. Да, цены доступные для местных граждан. Но некоторые наши гости говорят, дороговато. Дороговато здесь пить кофе. А зато посмотрите, с каким видом. С видом на Бурдж-Халифу. Да, вот люди сидят в кафе. И рядышком огромное сердце, как признание в любви Дубаю. Для тех, кто любит сюда приезжать, гостить, особенно в это время года, в середине октября. 17 октября, очень хороший солнечный день, абсолютно пустое небо. Вот сегодня оно голубоватое, иногда оно бывает белое. Белое небо, белое солнце пустыни. Наверняка вы про это слышали. Итак, надпись «Я люблю Дубай». Сердечко, означающее любовь, сердечную любовь. И вот люди фотографируются на фоне башни Халифы. 828 метров, отель, офисы, квартиры, смотровые площадки, мечеть или комната для чтения намаза на 158 этаже. Всего 163 заселенных этажей и
37 технических, итого 200 этажей. В башне Халифы нижние 5 этажей – это рестораны, в том числе от Армани. Затем 9 этажей – это отель от Армани. Между ними есть квартиры, 900 квартир всего в этом здании. А также офисы. Можно было покупать и квартиру, и офис в одном здании. Люди выходят фотографировать здание. А напротив Дубай Молла, вот это вход в Дубай Молл, вход номер 6. А вот это рынок. Рынок называется Сук аль-Бахар. Вот так фотографируются, гуляют люди. И здесь тоже есть кафешки, ресторанчики. Five Guys, Tim Hortons. Ну, а мы заходим в торговый центр, чтобы показать, где он, вход номер 6. Вот это вход номер 6. Вот она, шестерка. И заходим мы под магазином Apple. То есть прямо над нами магазин Apple. Вот если подняться на один этаж, увидим мы Apple Store, который занимает 2 этажа. И если пройти буквально еще 10 метров вперед, мы увидим звездный атриум. Везде интерактивные карты, вот люди изучают. Смотрят, как лучше пройти к тому магазинчику или кафешке, которую хотят посетить. И вот нам виден Hermès, Sephora, Gianfranco Ferré и прочие-прочие магазины. Да, новая коллекция именно так всегда бывает представлена. Парфюм от Гермеса. Итак, приезжайте, дорогие друзья, в Дубай. В это время самое лучшее для отдыха. Когда температура воды 30 градусов и температура воздуха тоже 30.